Арабские шейхи, клоуны и царицы на один день стали полноправными хозяевами мореходного колледжа технического флота. В учебном заведении провели торжественный парад в честь Дня смеха. Каждая группа должна удивить своим внешним видом и творческой заготовкой. Очень легкий образ, я каждый день так одеваюсь, это моя повседневная одежда, поэтому ничего сверхъестественного в этом нет. Я всегда так хожу вместе с моим другом Ахмедом. Я императрица Екатерина II, я сегодня в знаменной группе с ребятами, мы на трибуне оцениваем костюмы других групп, в принципе все очень красиво, все ребята старались, это видно, под музыку они нарядились. Очень красиво, у всех достойные костюмы, будет сложно выбрать лучших. 1 апреля стала уже традицией церемония передачи власти студентам. Начальник колледжа в образе Шерлока Холмса вручил учащимся в день непослушания знаменитую трубку английского сыщика. Вручаем как символ власти. Временно, временно. Корни, братан. По словам педагогов, первоапрельская традиция массового шествия студентов в колледже существует уже давно. Традиция вековая, я уже не помню когда, и она всегда была в колледже. Вот. Сам-то я еще с 75-го года участвовал. Вот. А ребята ежегодно собираются, причем большая часть, не поверите, сразу после рейса.